Рыба моя! Я знаю, что ты уже засиделась дома. Намекни ему и отправь это видео. А сейчас приготовьтесь, у вас потекут слюнки. Ну что, начнем? Блюдо, которое точно стоит попробовать. Крем-брюле из морского ежа со сетровой икрой. Крудо из форели и гребешков. Наконец-то я решилась попробовать устрицы. А это карпаччо из мурманских гребешков с черным трюфелем. Гребешок нереально вкусный. Каждый раз какая-то удивительная подача. Салат с печенью трески. 10 из 10. А еще нам порекомендовали сибаса в соли, политого коньяком и с томатным соусом. Просто вау. Ну а теперь признавайся, что тебе захотелось попробовать?